Приветствую вас, самые красивые и самые успешные лидеры Oriflame! В компании Oriflame я действительно очень давно, уже более 17 лет. И зачем я сюда пришла? Я пришла сюда на продукт. На нашу замечательную продукцию, и я не хотела развивать здесь бизнес. Мне просто понравилась продукция, мне понравился тот эффект, который я получаю. Работая в модельном бизнесе, работая, подрабатывая визажистом, я поняла, что некрасивых женщин не бывает. Есть только лишь те, которые не умеют краситься и пользоваться продукцией. И зачем я в Oriflame? Для меня это миссия показать девушкам, женщинам, где-то мужчинам, что все в наших руках. И компания Oriflame. Продукция Oriflame позволяет нам выглядеть шикарно, роскошно. И я благодарю прежде всего наше руководство шведов, компанию. И я благодарю вас за то, что вы вдохновляете меня. Вы вдохновляете меня создавать эти видеоролики, потому что я получаю обратную связь, я вижу результаты женщин, которые преображаются. Они говорят: «Ирина, я совершенно по-другому раскрыла наш продукт». Оказывается, он вот так работает. И я благодарю вас за ваши комментарии. И я прошу очень вас, пишите комментарии, рассказывайте, делитесь о ваших любимых продуктах, потому что наши новички, консультанты, они читают. И даже я у многих у вас учусь, узнаю какие-то новые фишки, потому что все перепробовать невозможно. Когда мне говорят: «Ой, я уже знаю, я уже все пробовала в Oriflame, или у меня на все в Oriflame аллергия», и так далее. Я говорю: «Я уже 17 лет в компании Oriflame, и я не все попробовала». И вы знаете, есть, конечно, и негативные отзывы, или такие возражения, говорят: «Ой, да ладно, ты вот хвалишь свою продукцию Oriflame, потому что ты больше Oriflame ничего не попробовала». И вы знаете, то, как выгляжу я сейчас, это заслуга компании Oriflame. И когда мне говорят: «Ой, фу, это Oriflame», то я говорю: «Я что, так хреново выгляжу?» Я горжусь компанией Oriflame, и поэтому, наверное, у меня столько много людей, подписчиков, потому что я рассказываю то, что мне нравится. И вот, знаете, буквально перед Новым годом я такая: «Да что ж там это хвалит, все там этот люкс и все». В общем, мне как бьюти-блогеру постоянно приходит новостная рассылка, и приходит оповещение, что там коробочка красоты, самые лучшие новинки 2019 года. Я такая: «Ну ладно, я попробую, что ж мне говорят там, Oriflame ваша фигня». И вы знаете, это, наверное, ничего случайного не бывает, это мне еще раз один показатель, я попробовала. Я знаю одно правило, которое я узнала еще 15 лет назад, которое сказал один из ведущих специалистов, что произойдет, если попробовать, если химию в школе изучали, да, смешать два случайных компонента. Один хорошо замечательный продукт и второй хороший замечательный продукт. Но как они между собой взаимодействуют? Кто-то проводил тестирование? Так вот нет, зная это правило, я начала по чуть-чуть использовать, пробовать продукцию. Одно, второе, чуть-чуть через какой-то интервал, и как-то что-то, все замечательно было, прекрасно. Я же люблю тестировать все, пробовать новые ароматы, новые текстуры. А потом я поняла, что я получаю какое-то высыпание. Это все больше, 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 и мне стало неудобно. Наверное, это на... Потому что я-то 16 лет пользуюсь, я знаю, что такое косметика, да? Наверное, это проблемы с пищеварением. Там еще, я имею в виду, что были праздники, перелеты, поездки. Сходила к врачу, они мне сказали: «Нет, это, говорит, у вас нарушен водолипидный баланс и клещ, какой-то клещ под кожей». Я, конечно, для меня это было шок, да, и на самом деле, да, я помню, когда я пришла в компанию Oriflame, и, кстати, я не стала пробовать и пробовать то лечение, которое мне предложил врач, я вспомнила, опять же таки, в компании Oriflame у нас есть классная серия True Perfection, для проблемной кожи. Именно с нее началась моя любовь к компании Oriflame, когда я пролечила свою кожу. И с тех пор я вообще не пробовала никакие именно уходовые средства. Это результат. И я реально очень крутой результат получила. И смотрите, в компании Oriflame работают 300 ученых, которые 7 лет разрабатывают формулы. Они делают тестирование. Сначала дерматологическое, клиническое,
потребительские тесты идет. Наверное же не просто так, правда же? И я горжусь нашей косметикой, я горжусь нашей компанией. Я хочу сказать, что именно тогда я благодарю, что я попробовала, проанализировала и поняла. И я еще больше уверена в нашей косметике, в нашей компании, какой эффект она дает. И я вам хочу сказать, ни одна косметика декоративная, хотя я говорила, что некрасивых женщин не бывает, есть те, которые не умеют краситься, ни одна косметика не замажет то, если у вас какие-то прыщи, проблемы или какое-то что-то с кожей. Это главное. И самое главное – это качество и безопасность. И недавно у нас проходил марафон с Гуар. И я участвовала в этом проекте. И мне нравится то, что с косметикой Oriflame вы можете быть всегда разной. И мне классно, зачем я тут. Мне нравится, что женщины преображаются. Мне нравится, и вот как раз-таки один из моих методов рекрутирования, когда приходят ко мне люди в команду, это как раз-таки на преображение. Когда они тут, мне потом легко потом рассказывать о бизнесе, что декоративная косметика или уход кожи это лишь малая толика того, что у нас есть в компании Oriflame. Потому что Oriflame это настоящий стиль жизни. А какая у нас замечательная с вами продукция. И это комплексный подход к красоте. И прежде всего это здоровье. Кто с нами, кто согласен, что это крутейшие продукты? То, как я выгляжу сейчас, через мне скоро будет 40 лет, заслуга Oriflame, уход за телом, уход за волосами. Я безгранично люблю компанию. Я могу очень долго говорить о продукции, поэтому встретимся с вами на просторах интернета. Я вам желаю прежде всего здоровья, красоты, успехов и развития. До скорых встреч!